Нужно спасти остальных. Обязательно. Пока тебя не заметили, подумай, с какой стороны лучше атаковать. Солдаты Непариуса ликвидированы. Спасибо, Рэтчет. Рад помочь. И навалять слугам Непариуса. Рэтчет, терминал. Мне нужно к нему. Рада, что вы целы. Но нам нужна помощь, чтобы попасть в архив. О, да. Встретимся в городе. Мы соберем всех и устроим вам проводы. Собрались! О, спасибо, что освободили мы братьев. Гэри, нам нужно скорее в архив. Дело срочное. Сейчас. Братья, ну-ка смажем пространственные колеса! После вас тебе предстоит... Быстрее, Рэтчет! Я понял! А это весело! Этот генератор! Как-то через скорость.
Держи! Карта измерений! Сосредоточься! Извиняюсь! Больно будет, но не долго! Здесь на краю есть рычаг, который заводит... ...генератор. Нам нужно на крышу! Как ты смеешь перечить воле императора? Склонись перед императором! Склонись и умри! Мы пришли за монахами, а ты просто мешаешь! Нужно включить генератор. Силовое поле отключается. Есть! Теперь архив открыт. Заходим в него. Thank you.
Хорошо. Карта не пострадала. Эти символы ни с чем не спутать. Ломбаксы. Это они построили. Мой отец был хранителем измеренителя. Ну, в смысле, изначального. Отдал все, чтобы тот не попал в чужие руки. Прости, пап. Ты по ним скучаешь? По ломбаксам? Трудно скучать по тем, кого не знаешь. Но... да. Наверное, да. Я понимаю. Может, ты их еще найдешь? Сперва выясним, можем ли мы построить измеренитель. Можем? Да. Но для этого нам нужен Горн со станции Кидару, самого охраняемого форпоста в галактике. Ну что, тогда погнали, KT-74. Рэтчет? Знаешь, Кит мне нравится. Значит, Кит. Нет! Пора уходить! Нужно защитить архив! Времени нет! Тогда прощай, Рэтчет. Меня плохой напарник. Да, было страшно, но в то же время круто. Ты не понимаешь. Со мной опасно быть рядом. Меня создали как оружие, чтобы я охраняла империю. Однажды на службе я заметила мятежника в имперской зоне и попыталась задержать. Это... мое предназначение – калечить. Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Поэтому я не могу полететь с тобой. Ну, здесь-то все получилось, а? Да. Похоже, получилось. А уговор был такой. Если с этой задачей мы с тобой справимся, то... Ты хочешь продолжить? Ты очень странный, Рэтчет. Это мне уже говорили. Идем? Может, один разок? Да, я попробую.